Какие впечатления? Впечатления смешанные, потому что это очень интересно, да? Ходишь, город заброшенный. После такой трагедии одновременно грустно, потому что большая трагедия произошла. Я понимаю, что на самом деле могло быть все равно хуже. У меня могло быть и не быть, потому что я как раз родилась в это время, когда все это было страшно. Драматично.